вами Игас, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Агиман и с вами Филиппин, и добро пожаловать сегодня Лаки Блоки плюс лестница в GTA 5 онлайн. Здравствуйте, дорогие друзья. Здорово, пацы! Что происходит? У нас есть 18 Лаки Блоков, как ты помнишь, из них выпадает абсолютно рандомная машина. Это может быть велосипед, вертолет, танк, самолет, грузовик, все что угодно. После того, как нам выпадет машина, наша задача на этой машине подняться как можно выше по этой лестнице. Кто поднимается выше, зарабатывает больше баллов. Смотри, что получится. Мы будем начинать. Погнали! Поехали! Let's go! И про подписку на канал не забывай, чтобы не пропускать новые ролики. А мы определили поочередность выбора контейнеров. Значит, Агиман выбирает лаки-блоки первым, я вторым и Филиппин третьим. У нас система двойного рандома, то есть на рандоме мы определяем блок, и блок на рандоме выдает нам машину. Агиман, 18 блоков, обращайся к рандомайзеру и... Ой, как давно я этого не делал. Я как давно учился. Этого не слышно, когда этого давно не было. Рандомайзер, как ты обозвал нашу Сири? Ты что, Алиса, родной? Алиса, рандомное число от 1 до 18. Гол, чайка. 8. Забирай блок, 8 по счету. Какой? Вот он, я возле него стою. 5, 6, 7, ага. Ага. Интересно, что же там выпадет. И... Маслкар какой-то. Как будто бы его, знаешь, слепили из картона и шпаклевкой какой-то его облицевали. Это тебя, когда создавали, лепили из картона и шпаклевки. Это машина сделана из железа. Я выбираю ящик вторым. Остается 17 контейнеров. Рандомное число от 1 до 17. Ответ 12. 12, и вот это выпадает. Вау, это Урус прокачан. Нифига себе, стеколесный! Жесть, была бы гонка, я бы взял его на гонку. Если говорю, что за Урус у меня. Окей, 16 машин остается, да? Ну, 16 блоков. Точно. Конечно, 16 блоков. Число от 1 до 16. Ну, тут далеко ходить не 8, надо, пацаны. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. С конца, да, посчитать можно было, и я игра определяет, думает, думает, что ему выдать. Рандом что-то явно придумать решил. Аути какая-то! Ямана крутая, конечно, но это явно не для лестницы. Мы готовы к старту, это первый раунд. Как я и сказал ранее, нам нужно подняться как можно выше по этой лестнице. Чем выше, тем больше баллов. Вы готовы? Посмотрим, кто заедет дальше. 3, 2, 1, пацаны, давайте, 3... 2, 1, погнали. Еман! Что? Приехал. Сальто. Хороший портамент. Спасибо, Макс! Пираты, Макс. Ты меня залагал, братишка. Трындец, Макс. Я могу не задать, если что. Еман, моя машина похожа на грустный пластилин, который... В духовку засунули. О, гимантачка на ДБ поднимается. Не, ну, парни, я, конечно, долго, походу, буду сегодня возиться. Мне кажется, Макс, пятерочка вот просто предел. Вот... Это Агиман карабкается. Как он забирается. Ну, он как-то лезет. Ебаная тачка дичайшая вообще. Хотя бы 6. Так, я, кажется, все, уперся в свой предел. Не, пацаны, слушай, напомни, в чем прикол, если застрял? Прикол в том, что ты застрял, все, прикола нет. Не, я, походу, дальше не заеду, у меня 10 баллов, это максимум. Агиман, у тебя 7 баллов по итогу. У меня 10 баллов, и Максим, у тебя 5 баллов. Правильно все? Правильно. 5. Агиман, выбирай следующий лаки-блок. У нас их остается 15 штук. Насколько он лаки будет для тебя, сейчас посмотрим. Алиса, рандомное число от 1 до 15. Число 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, спасибо, что считаете, просто я не умею. Это не тот блок! Так это 7, это 7. Ну, Агиман, тебе повезло. Иди, считай теперь сам. Все, все, выбил, забрал. Ух ты! Потому что квантумец говорит, это и стоит между двумя лаки-блоками. Я вот шестой блок здесь стою. Конечно. Ладно, ну ничего страшного. Один раз прощаем. Я выбираю следующий лаки-блок. 14 остается блоков у нас. Рандомное число от 1 до 14. Ответ 4. 4, значит. 1, 2, 3, 4. Вот это! Что это? Ну что это за хорошая? Это барак из обновления, дебильный тот. Помнишь, только у него будка есть. Да, он да, не да. едет нифига. Число Максим выбирает. Я бы тебя вынес вообще вперед ногами. 11. Прикинь, уже второй раз просто выпадает предпоследнее число. Ну, я красиво. Не понимаю, как это работает, но... Вот это неплохо. Хорошо. Что-то какая-то она заряженная. А, у него просто баклахи сзади какие-то, из Mad Max'а тачка. Второй раунд. Кто зайдет дальше всех? Сейчас мы это узнаем. 3, 2, 1, поехали. Слушай, мне кажется, даже быстрее жука, а я еще жаловался. Не-не-не, у меня просто... Трындец мне, конечно, грузачик. На высоких обаках он работает. О, Агиман неплохо пошел, так, слушай. Так, давай, перекатись. Я доехал до тачки Агимана. Я не думал, что... А, почему как только он, Демец, что-то начинает говорить, все становится с точностью, да наоборот.
Агиман не проходит. Джим, у меня, кстати, такой же почти аналогичный маслкар, как был вот у Агимана. Я ну, у тебя видишь, он у тебя жопка да. повыше, как будто бы. О! Заехали оба два! Карабкайся! Ну, Максим! Давай, 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 попробуй, братан! Попробуй задрифтить боком, может я быть, получится. Я тебя подсобил просто, на самом деле. Подожди, смотри, плачь, Квант! Смотрим и вникаем. Подожди, подожди, подожди. Сейчас будешь плакать, смотри. Двери подкидывал. Получилось, братан! Макс заехал, хорош! Так, хорош! Я залетел на восьмерку, но дальше на гирлянду. Все, видел? Вообще офигеть. Так, капот, смотри, отломал. Я уже по капоту запрыгнет. Не, ну это будет уже чрезмерно. Я его что-то далеко слишком поставил. Заехал. Так, у меня еще багажник. Там точно ему отрывать нечего. По багажнику не заедет. Багажник маленький слишком. По итогам второго раунда у нас у всех по 8 баллов. В сумме, Агимон, у тебя сколько баллов? 15. У тебя, Макс? 13. А у меня 18. Пока что я на первом месте. Смотрим, что будет дальше. Агиман, выбирай лаки-блок. Алиса, рандомное число от 1 до 12. 11. 11. Что? Не, слушай, но если бы это была бы гонка, о, тебе прям очень сильно шарило бы. Так, либо она летает, либо она идет на за борт. Ну, скорее второе. Понятно, она идет за борт. Пока. Понятно. Даже не выкинуть. Выбираю блок. Рандомное число от 1 до 11. Это 11. У-у-у! Что? Нормально! Кстати, надо даже было. Вот ну-ка, это нормально! Неплохо! Хороша у тебя возня, кстати. Только ну, звука нет у нее. Так, число от 1 до 10. Пятерочная. Это? Ну, слушай, 5 все. Это хорошо. Хорошее число, мне нравится. Посмотрим, что сейчас будет. Так, парни, 5 просто выпал, момент. На 5 заедешь. Я хочу отыграться, на самом это деле. Это мой лаки-блок, который должен быть. Сегодня. Да. Да мой должен был быть. Что ну, это? О, у меня форт, и у Максима тоже форт, о, видимо. Мы готовы к старту. Третий раунд, правила те же самые, заехать как можно дальше. 3, 2, 1, поехали! Спасибо, что у вас есть звуки хороший двигателя. Хороший у вас старт был, кстати. Вообще да. офигенный старт был. А вы неплохо. Ого! О-о-о, повезло, так повезло! Офигеть, полетел! Жестяк твой, фордец, а можно летает. Я так же полетаю? Полетуха. Это за дискриминация, да. за нижних тачек. А что, и все? А, не, ну... Серьезно? Дальше я не там заеду? У тебя низкий клиренс, конечно, а, заеду. Как он тебе заедет-то? Заехал, заехал. Давай на десяточку. Красиво делай, красиво будет. 11 заедешь, вообще будет круто, потому что 11 ты был по счету, и 11 баллов должно быть у тебя. Так, долго у меня 10 объясню. Баллов. Пока что это у меня максимум минюшки, это 10 да? баллов. Еман, блин. Не, но ты же упал не потому, что пытался залезть выше, а потому что ты такой, я решил засейвиться. Ну, то есть 10 баллов мне причисляем, хорошо, да, понял. Да. А Еман, сколько в сумме баллов? 21. У тебя, Макс? 21. И у меня 28. Блин, у нас на самом деле разрыв, но ни о чем. Сейчас выпадает Бигфут кому-нибудь, и просто и я улетаю на последнее место, и капец. В общем, Агиман, выбирай, 9 блоков остается у нас. Алиса, рандомно число от 1 до 9. Выпало число 5. 5. Отлично. Пора доставать свой секретный револьвер. 4, который 5. Тебе приносит удачу. И да, давай, давай, что... давай. Ой, 5. Это Роллс-Ройс на высокой подвеске? Это раллийный Роллс-Ройс? Да. Офигеть ему залать. Он еще господи, и быстрый. Покажите он мне еще его, этого быстрый. Красавца. Он еще и быстрый. Сейчас, он смотри, как он Урус. Еман, ты что за скорость у тебя? Он жестче, чем Урус. Чего? А рандомное число от 1 до 8. Ответ 3. Ответ 3, нафиг. 3. Че там? Квантум попку подотри. Что там? Что реально, там? Блин, трындец. Это какой-то гиперкар. Который не едет даже заднеприводный ну, пока гиперкар. У Гемана все свои, как говорится, все козыри в руках. Я же говорю, сейчас вот трындец какой-то произойдет в конце фатальный. Давай, Макс, выбирай. Число от 1 до 7. Это 1. 1. Так, так, так. Сейчас Бигфут ему будет падать, вот будет смотреть. Смешно. Пожалуйста, Бигфутик, 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 Бигфутик пожалуйста. Хочешь? Такой, с большим клиренсом. Еман, блин! Чё там, чё? Ему автобус на огромных колесах выпал. Неплохо. Comeback is real. А чё, блин, здесь случилось? Я тебе говорю. Здесь кран козловой убить нас хочет. Квантум кран сломал. Это он сам сломался, это не я. Мы готовы к старту. Интересно, кто же заедет дальше? Сейчас мы это и узнаем. 3, 2, 1, поехали! Еман, ты стартанул! Помчали, помчали! Но я пока... Это дичь! Только не упади, Агиман! Куда? Я надеюсь, что не упаду. Может воду откинуть, реально. Нет, я на нормально. Пятерку заехал! Поздравляю, Квант. Я заехал на шестерку! Ты, Квант, чё дальше, я чем делал? Я заезжаю. Я заехал на семерку! Да эта нет, машина вообще, так. Она хотя бы на 7 заехала, я рад! Я очень сильно это рад. Это не машина, это какая-то непонятная читерская орудие история. Убийства.
Она еще заехала на 8, чего? Ты издеваешься, Куртовец? Офигеть, классная как тачка. Как он делает это? Покемон там вообще попёрся дальше. А чё это у меня с автобусом-то вонючим? Я заехал! Он просто не едет. Я на девку заехал. Как? Макс уже задом и перед. Давай, давай, дорогая, ну. О, я заехал на десятку. Чего? Это триндец. Чего вы творите, сударь? Я заехал еще дальше! Пацаны, мне кажется, это несправедливо. Я заехал история, на 11! Просто, ну, оба вначале сказал. У меня одна тачка не заехала на 11. Это заехал на 11. Не, ну я думаю, дальше тоже беспредел полный просто будет. Я 11 баллов себе фиксирую. Нет, это нет, неплохо, не, я не, более парни. Чем рад. Я думал, пятерка будет, а тут целых 11 баллов. Нет, хорошо. И Макс такой обиженно долбится об лесенку. О, Макс попер, реально смотри. Блять. Ну все, мне кажется, это... Что-то получается, и мне это уже нравится. Все. Агиман, сколько в сумме баллов? 37. У Агимана в сумме 37 баллов, у меня 39. Максим, у тебя 33 балла? Да, да, 33 балла. Да, очень интересно мы устроились, меня догоняет Агиман. 6 блоков остается, выбирай, Гимашка. Алиса, рандомное число от 1 до 6. 1. О, Максу выпадал один, там был Бигфут. Погнали. Только не 2, открывай один, вот он. Смотри, Сатрон достал даже. Ты че? Солидный парень. Сейчас дальше бы взорвал свою, вот бы я ржал. Прям Голливуд. Что здесь какой-то будет? А ты куда побежал? За тачкой, у меня тачка в другом месте. Я не вижу пока. Ты лучше не смотри. О, да, гиперкар, не, слышишь, Агиман, как показывает практика, гиперкар это не так уж и плохо бывает порой. Как показывает мой порог удачи, в моей нет. Так, я выбираю. Рандомное число от 1 до 5. Ответ 5. О, блин, 5, это хорошо. И... А что это такое? Это какой-то недоболит Формулы 1. Выбирай, Макс. Ну, от 1 до 4. Alright. Даже что не услышал. 2 тебе выпало? 2, 2, да, да, 2. Двоечку, двоечку, пожалуйста. Так. Сейчас ему выпадет что-нибудь ракетное. Так-то нормально. Ебан, блин! Так нормально, что по Лего? Ебан, посмотри, что ему выпало. Что такое? Ему Лего Бигфут выпал. Кто проедет дальше, сейчас мы это и узнаем. У Филиппина одно колесо, как вся моя машина. Трындец. Мы готовы. 3, 2, 1, поехали. Кстати, да, по-моему, за тебя даже выше. Вот это неплохо. Я даже на уровне нету, Агиман. Ай-яй-яй! Что ж ты так больно сделал мне? Опа, опа, опа! Агиман полетел. Короче, Агиман, мы сейчас с тобой переместимся на последние места. Я на второй, ты на третье. А все, я приехал. Парни, что-то хорошее намечается. А все? Да ну. О, нет, я заехал. Не, вот это заедешь, тебе колеса. О, пошло, поехало. Пацаны! Пошло! Блядь, игрушка реально просто полная. Пошло, офигенный болит! У меня колесо лопнуло, блядь, я застрял. Ну все. Приехал, помоги, получается. Помоги, пожалуйста, брать. У него реально колеса нет, Агиман. У него заднего колеса. Я застрял, блядь. Как можно колесо было? Сейчас подтолкну тебя. Толкни, толкни, толкни меня, толкни, 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 пожалуйста. Я просто застрял вот так вот. Ну что за хурма, ну. Осуждаю такие вещи, парни. Опа, привет. Там квантумет заехал. Да я сам в ужасе. Я поймал ритм, а Макс сбил меня со своей помощью. Разнылся. Охренеть, он чуть заехал. Оп, по мне. Делайте вывод, так вот и помогай после этого. Ты помог, он чуть, говорит, разнылся. Понятно все. Я бы тебе такой гадости не сказал. Да. Я тебе гадость говорю только по факту. Конструктивная какая критика. Есть, я заехал. 12 баллов. Это пока что у меня самая крутая тачка. Среди всех, которые у меня были. О, ну нет. Данил, ну привет. Ты охренел? Ты по мне заехать пытался? Сорян, Вась. Так не работает. Вдруг повезет, как говорится. Нет, так нельзя делать, Макс. Как нельзя-то, можно? Ну вот так вот ездить по оппонентам. У меня 12 баллов, я фиксируюсь. Офигенный болид, он просто реально меня удивил, он лучший. У меня в сумме 51 балл. Агиман, сколько тебе баллов? 43. И продолжаем. У Филиппина 49 баллов. Агимашка, выбирай блок, 3 блока остается. Это финалочка у нас уже. Алиса, рандомное число от 1 до 3. А сколько у вас, подождите, парни? 3. Смотри, все. Я могу побороться. Я сейчас могу, в принципе, взять камбэкнуть, да? И что тебе сейчас выпадет? Я сейчас могу на третье место улететь, вообще нефиг петь. Если мы сейчас огромная тачка... понятно. Это все потому, что ты подошел. Рандомное число от 1 до 2. 1. 1. Ответ. Следуя логике Агимана, мне нужно отойти подальше от лаки-блока. Пошло в жопу. В этом что ли была тактика? Надо было поближе подойти. Что это такое? Квантум, когда подходит к моим лаки-блокам, мне говно падает. Спенг, блин, что за хпенг? Что Филиппину сейчас выпадет? Вот тебе. Ты биться будешь? Насмерть, выходи, давай. Посмотри, что ему выпало! Что это за игровое кресло нафиг? Ему кресло выпало. Агиман, мы с тобой не такие уж и плохие, слушай. Мы готовы, это финал. Посмотрим, сможет ли закомбэчить Максим и чем закончится игра. Сейчас мы все узнаем. 3, 2, 1, поехали!
Фига себе, он еще и быстрый, кстати. Мы все расстались в одном месте. Так, я поехал. И Макс поехал. Дима приехал. Я тоже. Макс лучше нас едет. Охренеть. Еще реально что-нибудь комбочное будет. Ему нельзя дать. Так, сколько у него? 49 баллов было? Так, у меня 51. 51, стой, ну нет. О, я заехал. Пока, ребят. О, ты что делаешь? Я заехал дальше. Нет, нет, сука, я ему помог. Ой, еще я Гимашка заехал. Давай, Гимашка, я за тебя. А что если это делает-то? Мне ничего не поможет. Ты что так делаешь-то? Давай, одна табуретка. О, у меня машина дымится уже, я выхожу. 7 баллов фиксирую. Бля, если он даже заедет на 8, надеюсь, он точно не заедет. А ему, чтобы победить меня, нужно еще 2 балла апнуть. Ну я с этой табуретки все, что мог, я уже, мне кажется, выжил реально. Все, он смирился с этим. Сколько в сумме у тебя баллов, Агиман? 49. А у тебя, Макс, сколько в сумме? Ну, у меня получается 57. А, подожди, нет. Как тебе 57? У меня 58, а у тебя получается 56. 56. Ну, почему? Это была лестница плюс лаки-блоки. Такой вот тебе сегодня эксклюзив, как тебе серия. Квантум был с вами, Филиппин и Агиман. По итогам сегодняшней серии я занимаю первое место, Филиппин второе место и Агиман занимает третье место. Спасибо за просмотр. Не забывай про подписки на канал. До скорых встреч. Пока-пока-пока.